Как сделать монтаж Ронни Рик? Чтобы сделать данный монтаж, нам потребуется крючок. Я использую 8 номера формы крэнк. Быстросъем с дополнительным кольцом. Закручиватель с дополнительным кольцом. Отводчик. Термоусадочная трубка. Зажигалка, ножницы и стопорок. Так, берем крючок и термоусадочную трубку. Отрезаем примерно 2,5 сантиметра. И сразу одеваем на крючок. Там берем быстросъем. Вот эту часть нужно немножечко отогнуть и одеваем со стороны на крючок. И прячем быстросъем . Можно использовать, конечно, пар от чайника. Если вы это делаете на берегу, можно просто использовать зажигалку. Все. Теперь одеваем закручиватель стороны жала. И одеваем стопорок. Стопорок двигаем до тех пор, чтобы он был параллельно острию крючка. Вот все, данный монтаж готов. Так, теперь нам потребуется поводковый материал. Я использую 35 ЛБ фирмы Nautilus. А поводки примерно я использую 13 сантиметров. С одной стороны я делаю петельку восьмеркой. Лишнее обрезаем. С другой стороны двойным клинчем узел привязываем сам крючок.
Лишнее тоже обрезаем. Все, данный поводок готов. Всем спасибо за просмотры. Если понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал.